Есть рыба, друзья. Весь каяк в чешуе уже. Это здорово. Опа. Все. Сошла. О, друзья, все, я нас начинаю стартовать. Сейчас времени 10 часов. До 7 часов я постараюсь половить рыбку. Сейчас обстановка на моей точке просто шикарная. Полный штиль на море. Но времени у меня не так много, потому что ветер скоро начнет поворачивать с севера-запада на северный. И потом подует с востока. И это может здорово изменить обстановку. Так что, друзья, я времени не теряю. Начинаю работать по полной программе. Все, удачи! Есть рыба, друзья. Маленькая. Вот такая, друзья, серебряночка взяла. Размер 41 сантиметр. Такую рыбку я не могу взять. В зачет она не пойдет. Поэтому отпускаю ее за родителями. Ну, рыбка такая толстенькая, упитанная. Просто видно, что кушает она с аппетитом. И я буду надеяться, что подойдут ее родители. Продолжаю ловить. Вот прям чувствую, что возле того большого камня стоит точно такая же большая морская форель. Ой. Друзья, это зачет. Хотя мне, наверное, показалось. Нет, тоже малявка. Ох-ох-ох, где же ваши родители, а? Это совсем малютка. Давай, сама отцепишься, нет? Так, иди сюда. Опа! Вот как она хватанула ноздрёй. Вот такая, друзья, рыбка. Ой, сразу отпускаем ее. Все, плыви. Ну что же, с одного места, можно сказать, две рыбки. Скорее всего, там небольшая стайка.
но хочется поймать родителя. Итак, друзья, у меня заслуженный обеденный перерыв. На воде я уже практически 3 часа, и за эти 3 часа у меня 2 рыбы. Все бы хорошо, но рыбки оказались маленькие, и их обе пришлось отпустить. Великолепная погода на акватории, где я рыбачу, полный штиль сейчас. Прозрачность воды, ну, примерно 1-1.5 метра, не самая чистенькая водичка сегодня. Температура в прибрежной зоне 8 градусов. Обе рыбки я поймал на вот такую блесенку от Вестин. Это Грид Херон, 18 грамм. Оранжевая пузико, черная спинка с блестками. Вот такой вариант для тех, кто не знает, какую первую блесну приобрести для ловли морской форели. Вот как вариант, пожалуйста. Две рыбки есть в зачете, но, к сожалению, как я уже сказал, маленькие. Погодка разгулялась, ветер совсем стих, хотя обещали ветерок, его смену направления, ну, пока я не знаю, ничем таким не пахнет. Все, я достаточно отдохнул, отправляюсь снова искать заветную красавицу. Надеюсь, крупная рыбка подойдет. Все. Это хорошая рыба, друзья. Это хорошая рыба, друзья. Опачки, вот свечечки, вот она. Держится за самый краешек. Тихо, тихо. Все, моя хорошая. Фух. Все, все. Ю-ху! Отлично, друзья. Фух. Итак, друзья, вот такая красотка мне досталась. Вываживание было ого-го, доставило мне кучу эмоций. Эта рыбка реально зачетная, нету смысла ее даже замерять линейкой. Ее я принесу на взвешивание. У меня еще полдня впереди. Надеюсь, вот такие красотки меня еще порадуют. Фу. Как всегда, после поимки такой рыбы, где-то вот через пару минут начинается такая лихорадка, тряска, то есть адреналин просто играет в крови. Ой, меня всего трясет. Это такие ощущения, друзья, не передать. Приходите на море за такими эмоциями, пробуйте, старайтесь и ловите свою морскую форель. А я ловлю дальше. Итак, друзья, я заканчиваю первый тур соревнований. На часах ровно 7. У меня есть немного времени, чтобы собрать вещи и к 8 часам вернуться на место взвешивания.
Отправляюсь я на взвешивание с одним зачетом. К сожалению, во второй половине дня так и не удалось поймать рыбки. Под вечер пришла слишком хорошая погода. На море абсолютный штиль, светит яркое солнце. И, как моя практика показывает, такую погодку морская форель недолюбливает. Но я не расстроен. Все-таки зачет у меня есть. Но думаю, что некоторые спортсмены придут на взвешивание, возможно, с двумя и, возможно, даже с тремя рыбами. Потому что, ну, так сказать, до двух часов все-таки рыбка кушала, кушала активно. Очень такие жадные были поклевки. И я думаю, у кого-то дела, возможно, сложились лучше, чем у меня. Но загадывать не буду. Отправляюсь на взвешивание смотреть, как выступили другие спортсмены. До связи. На два лапки тянулись. Вот что, молодец, не как? Помогать себе. 8, да? Ними. Я не знаю, да? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. On isegi 54. No ütleme, et 53 on ära, 52 on igas. Võtta enda kätte. Läheb aina väikseks, kui käsi väriseb seal juba.
Итак, друзья, второй тур соревнований. Мы находимся в Палдиске. Я потерял 2,5 часа из-за того, что принял, наверное, не столь правильное решение, уехав отсюда, от точки старта, за 50 километров западнее. Прибыл я туда и обнаружил такую картину. Полуметровая, местами метровая волна. Я попытался половить, вышел на каяке в море, но мне было некомфортно, немножко неприятно, и я решил вернуться обратно на точку старта. Так вот, друзья, вышел я в море, не успел ничего не настроить, ни камеры, ничего. Сделал просто один пробный заброс. Друзья, бомбанула такая рыбка. Опа! Вот красотка. Ну такая, кило 700, кило 800. С первого заброса блесенка дайва, потом покажу ее. Так что вот такие дела. С первого заброса рыбка есть, а до этого потерял много лишнего времени. Так что продолжаю ловить. Надеюсь, что еще что-нибудь придет в зачет. Так что до связи. Итак, друзья, я на берегу вышел, чтобы немного отдохнуть, перекусить. Ситуация такая, что в зачете одна рыба, но по моим ощущениям этого мало, и нужно поймать хотя бы еще одну для того, чтобы оказаться в призах. Сейчас поднялся очень сильный отрывной ветер, это мешает мне, я не могу облавливать акваторию часовым способом, но, возможно, погодка еще поменяется, так как впереди есть 4 часа ловли. Ну что же, немного отдыхаю, как я сказал, и отправляюсь снова на поиски серебристой красавицы. Если что, до связи. Друзья, хотел заснять красивые кадры, отвлекся на съемку и потерял хорошую рыбку. Рыбка была такая, в районе двушки тоже хорошенькая. Вот так по своей глупости теряем рыбу, а на соревнованиях это потеря призовых мест. Долго я ждал эту рыбку. Вот был дан шанс мне, но... На что, как говорится, не пойдешь ради зрителя. Вот такие дела. Жалко. Tahaks olema ilus. Vaba järgi on, jah. Oi, jah, on küll. Nii. Jah, 1,8 ma pakkusin, jah.
1.74. Jah, no ütleme 1.70. Paneme 1.70. Matis Teesalu, jah? Kahel päeval saadud kalu on ja Sergei Korohonov on saanud kumbagil päeval kala. Eile 1.70, täna 1.91. Ja Meelis Raudsepp on saanud 1.49 neile, täna on 1.50 ja 2.6, nii et mõlemil päeval kala saab. Ja rohkem kahe päeva kalu mehe kohta ei ole. Eile sai siis Agur Fuchs sai 2 kala, täna lisa ei tulnud. Mina sain täna 3 kala, eile ühtegi ei saanud. Ja kokku siis täna saadi 9 kala, eile saadi 10 kala. Nii et tegelikult, kui arvesta seda, et 28 meest ja palju see oli 19 kala või? Täitsa uskumatu, no sellist asja tegelikult ega ei mäletagi, et see on tõesti. Nägu kõik said kala. No ütleme nii, jah, et no, kui hakata neid alamõõdulisi ja mida tagasi lasti, siis arvestage me, et iga üks sai täna 2 kala. Kui te ei saanud, siis tegelikult saite. Et tegelikult oli jah, väga uhke päev oli. Loodame, et sellist päeva tuleb veel. Nii, aga teeme siis, ma panen õhtul selle ülesse pingerea siis niimoodi, noh, lihtsalt ülevalt alla. Ja esikolmiseks ma ei ole liitnud kokku, teeme esikolmiku ära. Kolmas olen mina. Ei ainult esikolmiks. Kolmas olen mina, Erki Oppe, see on siis mulle. Hurraa! Nii. Teine kaal oli siis 5.04, ehk 5 kilo ja 40 grammi oli minul. Teine koht on Meelis Raudsepp. Ja temal on siis 5 kilo 50 grammi, ehk 10 grammi rohkem minust. Aga tulge palun siia. Nii. Ja nii. Vaatame igaks juks sisse ka, ega ma endale liiga palju ei jõutnud. Ja kõik klapib. Nii, väga tubli. Ja esimene koht, Agur Fuchs. Hurraa! 5.06! Nii et 5.40, 5.50, 5.60. Selline oli siis pingerida, nii et ülikõva. Vaatame ka, et äkki ma jätsin endale selle. Ma igaks juhus kontrollin üle. Kurat, kus viskab kaarte sisse alles. Jube! Kõik on õige. Ja palun. See nüüd tuleb, jah? Ei tule midagi. Aga ma võin teha. Kas peaks tegema, jah? Вот и подошли к концу соревнования по ловле морской форели 2017 года. Из-за своей сегодняшней оплошности по потере рыбы упустил бронзу и занял всего лишь 4-е место. Но в такой ситуации сделал в очередной раз вывод: или соревноваться, или снимать репортаж. Поэтому в следующем году обязательно буду выступать, но уже без видеосъемок, и упор сделаю полностью на соревнования. При поимке первой рыбы сегодня я говорил, что озвучу блесенку, на которую поймал ее. Это дайва. Дайва Масау, 17 грамм. В оригинале у этой блесенки шел одинарник, но я поставил 2 заводных колечка и овнеровский тройничок. Блесенка сработала с первого заброса. Единственная проблема — один день ловли, и все лакокрасочное покрытие полезло с металла, так что качество блесны никакое, но игра мне понравилась. На этом, друзья, подытожу: ни хвоста вам, ни чешуи. До новых встреч и пока-пока!